Здравствуйте! Сегодня первый день выставки Mopic Russia 2020. С нами Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя выставка? Какие у вас впечатления? Самое хорошее впечатление от этой выставки. Очень много представлено фирм. Достаточно много выставочных площадей, стендов. И я считаю, что бизнесу, малому, среднему, можно получить очень интересную информацию об этом мероприятии. Я думаю, это будет всем интересно узнать, чем здесь, что здесь представлено. Скажите, пожалуйста, как вы пережили минувшие полгода? Насколько сильно коронавирус ударил по вашей сфере деятельности и ударил ли вообще? Ну, безусловно, коронавирус затронул нашу деятельность. Я не могу сказать, что достаточно серьезно, потому что мы сумели адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Я в частности говорю о цифровизации бизнеса. Многие сотрудники продолжали работать в удаленном режиме, используя современные технологии связи, в том числе, что касается электронной подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. И, на мой взгляд, это дало даже в какой-то степени определенный импульс развития нашей деятельности. Мы ушли от безбумажного производства практически полностью в цифровой формат. И дело производства в настоящее время полностью осуществляется в цифровом формате у нас на фирме, что, естественно, повысило эффективность ведения бизнеса и сократила сроки обработки той же самой корреспонденции и ведения дел наших клиентов. В целом, это, я считаю, что сказалось очень положительно на тех делах, которые наша фирма ведет. Благодарим вам за ответ. Желаем прекрасного дня. Спасибо.